Я уже столько раз бросал друзей, что это осточертело мне. Либо ты поешь в клубе, либо я... Либо ты что? Я никогда тебя не поцелую. Звучит как угроза, мистер О'Доннелл. Скажем так, зима будет очень долгой и холодной. Считаешь, что подействует? А разве я не прав? Ты уже явно слабеешь.